Всем привет, друзья! Как всегда, все начинается с лифта и заканчивается в лифте. Едем на соревнования. Погнали! Будет интересно, потому что погода хорошая. Вчера дождь у нас был тут весь день. И посмотрим, кто выиграет. С нами Данек, с нами Андрюха. Будет круто. У Данька есть шансы выиграть. Мы приехали, но вы не поверите, мы искали парковку в Таллине. 2 часа, блин. 2 часа тупо ездили по Таллину. Это больше, чем мы в Таллин сам ехали, блин. А сюда ехать 200 километров. То есть, писец, мы так задолбались. Запарились жестко. В итоге зашли в магазин вот тут, и нам, как бы, продавцы там, ну, короче, главный разрешил припарковаться на частной их территории. А вот тут даже, там парковка сзади, вон, за нами, там даже не оплатить, короче, это писец. Короче, просто пукан горит, разрывает его в хлам. А, блин, я, короче, вам ложную информацию донес. Мы приехали в 11 часов, а сейчас уже как бы 2 часа. Мы 3 часа ездим, ищем парковку. Это просто кобзда. Мы вообще приехали поснимать тут фристайл, короче, воркаут. Тут вообще с 12 часов должно было все быть. Мы приехали в 11 поснимать, как пацаны там воркаутят, какие-то элементы делают. Блин, в итоге 3 часа ездили, искали парковку. Ни хера не сняли, контента нет. Ну, надеюсь, сейчас развалим всех на сорелах. Хотя уже настроения вообще нет, нифига. Счет идет снизу. Корпус отплывает Оксан. Прямо. Подбородок прямо. Вот этого нет. Раз. Отсчет внизу. После того, как остановился. Сейчас, значит, начинается двоеборье. Данек зарегался и туда, и турник, и брусья будет. У него есть шанс забрать все 3 награды. А в двоеборье вообще там лютая награда какая-то будет, огромный кубок. Посмотрим. Старт. Как? Команда! Вот, вот! Старт! Старт! Как это? Коктейль.
сами видите, техника просто писец. Данек сделал 13, да, как я понимаю? Ярмина. Я 10. Павел. Я думаю, тут больше 13 повторений никто не сделает. Я думаю, Данек первое место 100% забрал. Борода, крас. Прими по бороду. Отлично. Два. Коль. Дали. Три. Фу. Сейте. Ай, кто? Почти, стартуй. Илюкса, подбородок. Илюкса, подбородок. Баланс как стоит? Давай на подальше, а то на подтяге встречи будет. Что? Старт. Как это ты? Лучший угол. Баланс, баланс. Баланс. Не зафиксировал. 18 раз у Данька. Это жестко. Это жестко, реально. Баланс. Айкса. У этого парня, которого вы сейчас видели, 19 сейчас. Или 20? Маркус. 20? Сейчас миллион Маркус. 19, Маркуса вроде. Маркуса нет. Тави. Ну, короче, Данька Тави. Он сделал. Тави. 13, да? 14, 14, я перепутал, не 13. Братишки, топите за меня, и, возможно, я сейчас буду третьим. Третьим! Это просто? Просто, да. Ё-моё, твою мать! Старт! Сейчас.
раскачка в начале, Антон, когда повисаем. Второе место в категории подтягивания завоевал Антон. У меня, короче, гребаный косяк. Я когда повисаю изначально, я раскачиваюсь секунд 5, и на это тратится первое время, забиваются предплечья. Подтягивание занимает Даниил. Я из Мезекога Саутас. Даниил. Такой смешной парень, говорит, это я? Да. И первое место в категории отжимания на брусьях. Я из Мезекога. Категория Саутас. Павел. Павел, поздравляю. И абсолютный победитель категории суммы подтягиваний и отжиманий завоевал Игорь. Короче, Данек ошибся. Данек первое место занял в абсолютке. Чуть судью не ухерачил. Судей надо убивать, потому что я не занял третье место сегодня. Данек собрал трофеи, короче, красавчик. Пушка. Короче, сарева закончена. Данек просто этот, как его, как это называется, когда во всех номинациях. Короче, он дрюкнул всех. А вы говорите, типа, что Данек, типа, я проигрываю 16-летнему школьнику. Он всех накурил просто. Поэтому такие вот дела, ставьте лайк этому видосу, мы сейчас поедем снимать еще контентик на полосу препятствий, поэтому ждите еще этот видосик. Пока!